Здравствуйте, дамы и господа. Давайте еще немного разберем эту тему с Нестроем. И я хотел бы отметить такой момент. Наши псевдогуру, Калорифер и его сынок Алексей Блинов пропагандируют стиль звукоизвлечения самым кончиком. Резкое, быстрое движение рукой и так называемое высекание звука. Кончиком, самым кончиком. И они говорят, что именно так играть в металле правильно. Но какие у них доказательства? Чем докажете, суки, что кончиком звучит лучше, чем с погружением? Каналу Калорифера 13 лет. На канале Алексея есть разные тесты гитар. Есть даже видео Блинов против петуха, да куда ты лезешь, выйди на улицу. А не квакай через окно, так петуха этот тебя раком поставит. Кстати, Леха даже переехал. Видимо, петух прохода не давал. Но, ребята, где какие-то тесты, когда вы играете с погружением, а потом наглядно демонстрируете, что игра кончиком и высекание звучат намного лучше? Мудачё, блять, сраное, я на хьюит-канале делаю сравнение, а вы только языками мелете. А почему так? На самом деле ответ прост. Потому что при лобовом сравнении вся эта чушь про кончики и высекание рассыпается как сухое коровье дерьмо, которое было имплантировано в голову Алекси. На канале Калоеда я нашел одно сравнение, давайте посмотрим. Я играю музыку в духе Папа Роч, Линкин Парк, Гуана Ипс и так далее. То есть именно когда идет гитара как подклад, она должна долбить гвоздями и вот, в общем, из микса не торчать. То есть там нет Сатриани и так далее. Это именно совершенно другой тип микса. Для такой музыки, а такая музыка очень популярна. То есть все там Никельбеки и все остальное, Стонсуры, ну, в общем, все это такие команды, грубо говоря, которые без лосин и соляков, и вот этих вот вокалов, когда там ла-ла-ла. То есть это вот огромный пласт музыки. Для такой музыки, когда нужно реально прям вот вламывать четко в барабаны и иметь такое вот аккуратное гитарное звучание, вам потребуется обязательно игра с самым кончиком. То есть там вот эта вот возня всякая, она не прокатывает. И давайте я вам покажу еще пару примеров. Сыграю один тот же риф и сыграю два варианта. Один будет как раз с глубокой загрузкой, с чавканием бегемота и прочее. И другой вариант будет с самым кончиком. Поехали. Вот, разница более чем слышна и даже видна вот по взаимодействию медиатора со струной. Да, разница прям офигенная. Вы заметили? Да, это были два разных способа звукоизвлечения. Колоссальная разница, то есть нет, почти никакой. Наверное, поэтому таких сравнений у Калурия практически нет, как и нет каверов, ведь при сравнении в склейку техника высекания что-то не сильно то доминирует. А возможно, о, какой ужас, даже просирает. А еще на канале Калурии есть старое видео, в котором тоже есть сравнение, в котором он говорит о том, что обратным хватом звук ему нравится больше. Ну и давайте теперь уже перейдем к практической части, послушаем сравнение и варианты. Вот такое получилось у нас с вами сравнение. Делайте выводы сами. Я могу честно сказать, что мне нравится на самом деле больше звук, немного больше нравится звук с обратным хватом, но жертвовать своим большим пальцем ради него я не готов. Небольшая нестыковочка. Юрик, как же так? Ведь ты говоришь Гилберту, что если бы он прижимал струны кончиком, а не подушкой указательного, то звучал бы лучше, совсем немного. Но лучше, получается, по твоей логике, нужно использовать любой способ, чтобы звучать хоть немного лучше. Так хули ж ты не освоил обратный хват, ведь ты бы стал звучать немного лучше. Ну хоть честно признался, теперь то совсем запизделся и такого мы от тебя не дождались бы. Продолжаем. Должен заметить, что в видео со сравнением кончикового извлечения и хлебного калорий в целом рассуждает здраво, что конченное, да блять, кончиковое извлечение нужно лишь для определенных стилей музыки. Кто-то, конечно, может сказать, там, кто-то назло, кто-то еще что-то, может, вкус разный скажет. А мне вот понравилось больше, когда чавкает все, когда прям гитара, от нее такой срач идет и так далее. Возможно. Но
умеете играть и так, то есть я могу легко переключаться, такой режим, сякой режим. Если вы играете только с глубокой загрузкой, начинаете срать тех, кто играет самым кончиком, это нечестно, потому что нужно, опять еще раз говорю, уметь и так. В плане современного узла, который я обозначил, нужно играть самым кончиком. Почему так? Ну, такие стандарты, это не я задал. Но в других видео он уже начал брехать. Напомню, что все-таки я гитарист метальный, который делает упор больше на рифы, на злость, на четкость и так далее. Поэтому там именно такая техника. То есть на каждый удар происходит именно укрепление хвата, и так он не будет никуда у вас не вываливаться, и звук будет четкий, мощный, жесткий. Звук у тебя будет только бубнящий и вялый, но никак не мощный и жесткий. Вот еще интересное видео за 16-й год, в котором Юрик показывает, как нужно играть мощно. Такие трифы звучат примерно таким образом. И при этом они могут там корчить злейшую какую-то рожу, просто аж там лопаться от злости. То есть, на мой взгляд, он должен звучать хотя бы таким образом. То есть в этом уже хоть какая-то появляется злость, то есть уже реальное ощущение, что там, не знаю, какой-нибудь Годзилла в город ворвался и начал. Естественно, он херачит с нестроем, потому что иначе как мощь что показать, дорогое, не кончиком же. Еще один интересный момент, где Колорифер сам же показал, что его техника дает весьма тухлый и дерьмовый звук в сравнении. Дальше мы играем обтоком четвертую открытую. Ну, то есть, в принципе, это похоже немножко на такой вот слэп. То же самое, опять же, апстрок резкий и в правильном направлении. То есть, не ковыряка, а именно такой вот резкий апстрокушка. Не ковыряка, а именно такой вот резкий апстрокушка. Вот так, лоуха. Вот именно, что ковыряка звучит мощно и ярко. А твоя эта девчачья хилая атака звучит, как будто играет какой-то тщедушный клиент хосписа. И напомню, что в крутого, злого такого роботообразного гитариста всегда включен жухлый. То есть всегда можно сбавить и сыграть. Ну вот идеальный момент. Так хули ж ты не сбавил и не сыграл нормально этот риф с хлебом и загрузкой. Нахера эти кривляния, юпет? Ты не сыграл, лошара. А просто раскривлялся, поработал клоуном, сыграл все криво. Без флажолета нормального, без ритмики и в целом дал в ритузы на этой демонстрации. Напомню еще раз, что Юрик ни одного разу в своей жизни не показал, как играть сложные произведения с глубокой загрузкой, потому что он этого просто не умеет. Он говорит, мол, это плохо звучит и я так умею, но не показывает. Да ладно, куда сложные? Вот наглядный пример, когда он не смог показать даже простой риф. Свой риф, не смог его сыграть с хлебом. Не смог или специально не сыграл, потому что в сравнении этот вариант звучал бы лучше. Ой, блять, Юрец, в очко тебе огурец. Подведем промежуточный итог. Юрец совершенно запизделся. Одно время он показывал мощь как игру с нестроем. Потом он рассказывал, внимание, именно рассказывал, что мощь будет только от конченного звукоизвлечения. А те, кто играет с нестроем и загрузкой, жухи. Хотя сам не так давно играл с нестроем. То есть Юрец совершеннейший шарлатан, который на черное говорит белое, но чтобы его не спалили на пизде же, он как бы увиливает и не кладет черное рядом с белым, чтобы не получилось прямого сравнения. Такой вот инфо-цыган продает свои сказки доверчивым простакам, типа Кирилла, Хряка, Елисеева. И все это исключительно оральные ласки для ушей аудитории Плешивого. Он рассказывает, проводит аналогии. Но где, сучий потрах, прямые сравнения? Где в пизде у Сани Блинова? Прямые сравнения, значит, будут у меня на канале. Я записал для вас еще пару примеров. Напоминаю вводные данные, мы говорим за металл, за злость и мощь. Кончиком чище, да, кончиком аккуратнее, да, кончиком злее, нихуя, злее, ярче именно с погружением. И вся эта теория кончикового извлечения именно в рамках металла это просто бабские речи, от бабы для баб. Да, меткость нужно потренировать, но станете ли вы звучать мощнее? Нет, увы, нет. Давайте послушаем. Набросал еще два примера, первый старался кончиком, второй играл максимально хлебно, с загрузкой нестроем и медленной атакой ближе к неку.
Особенно хочу обратить ваше внимание на вот это место, в котором появляется лязг струн, облады и резонансы в верхних частотах. Такого эффекта никак нельзя добиться при жидком кончиковом извлечении. Юрик и Сашка, вы можете своими кончиками хоть по струнам водить, хоть по своим ладошкам, но струны так звонко не зазвучат. И как это не прискорбно, хотя для вас может радостно, но в этом моменте Пеннивайз водит вам обоим кончиком прямо по губам. Можете прислать ваши хлипкие, высеченные кончиком дианики, и мы сравним с ними. Еще я попробовал нули записать, темп для меня высоковат, но хули делать, давайте послушаем, что вышло. Как и раньше, кончик аккуратный и бубнящий, погружение грязнее, но богаче и прорезает. Еще иронично получилось, Витя Блинов заставил свою бабушку, хотя там не указано, что она ему бабушка. Может, это его девушка просто в возрасте, там просто не указано. Но написано, что бабушка. Может, бабушка, позванная села улицы. Ну ладно, какая-то в общем бабушка. Так вот, он заставил ее поиграть на гитаре, экий шутник, он как бы подколол гитаристов, играющих с загрузкой. Смотрите, бабка так может, ха-ха-ха, ка-ка-ка. Но по факту ирония в том, что бабка Блинова играет мощнее, чем сам Блинов. Вот это, блять, фокус. Бабка-то нормально струны оттянула и в миксе бы прозвучало ярко, а Блинов аки-моль шуршит по струнам, что мы и наблюдаем в миксах группы Rest. Ну и какие можно подвести итоги? Я окончательно убедился, что никаким образом извлечение кончиком не может быть таким же ярким, как при глубокой загрузке. Кончик дает более округлый звук. Разница чем-то напоминает нековый и бриджевый звукосниматель, нек округлый, бридж острый. Дальше, в нестрое нет ничего страшного, как и в любом диссонансном интервале, как в бенде или вибрато. Это точно такое же отклонение от основного тона, оно может быть уместно или неуместно. Это выразительный прием. Он может использоваться и неосознанно, сути не меняет. Повторяю, загрузка звучит круче кончика, злее и мощнее, нестрой тоже крутая вещь, когда в тему. Доказать обратное колорифер или его дочь Блинов никак не смогут, иначе давно бы сделали. Они лишь говорят, 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 болтают, говорят, говорят, кривляются, разговаривают, красочно описывают свои кончики, посасывают кончики друг друга, говорят, насаживают на кончики тела своих гитар. Просто тела, говорят, рассказывают, протирают кончики салфетками, мажут кремами для увеличения кончиков, описывают все прелести кончиков, снова нюхают кончики друг друга. А теперь время поиграть, но без загрузки, на пол шишечки между струн, а теперь между булок, только кончиком, самым кончиком.